Всем доброе утро. Иду на пляж. Пляж здесь рядышком. 6 минут где-то ходьбы по ступенькам вниз, либо можно по тротуару пройти. Нужно чуть-чуть дальше по времени. Чайки кричат. 7 часов утра. Сервис какой-то рядом здесь. Вот, либо по этому тротуарчику пройтись вниз. Либо, чтобы сократить путь, по лестнице. Правда, по лестнице подниматься потом трудновато. Получается, как в гору. Отель, море. Так. Вот такие лестницы. Красивый, такой яркий, цветы крупные. Так, как бы мне тут, чтобы камера не тряслась. Куст какой красивый, гортензии, цветок какой крупный, пальмочки. Так, медленно иду. Мне вот этот еще кустик нравится. Такие помидорчики в огороде растут. Там еще ступеньки есть. Апартаменты. Помидорчики. Тишина такая пока здесь. Ну, здесь немного людно, где мы живем. В центр немножко нужно, в правую сторону. Там еще внизу нужно будет дорогу перейти по пешеходному переходу. Мне нравится этот двор здесь. Так красиво. Медленно я иду, останавливаюсь, поэтому за 6 минут я сегодня не дойду до пляжа. Хочется заснять.
Здесь кафешка, сейчас вот стулья расставлять будут со столами. Так, пока машин нет, я пробегу. Туда, там центр уже Апатии. Минут 5 ходьбы. Так, а я иду на пляж, вот это Масевац. Здесь какой-то салон. Все, я почти пришла до пляжа. Для машин. Здесь парк какой-то. Пальмы растут. Ой, трясет небось. Так, уже 6 минут. Ну ничего. За 7 минут сегодня. Да, это парковка, наверное, на пляж. Вот, смотрю, машины с Австрии. Много машин с Австрии. Германия, Австрия, Бельгия даже здесь есть. Туалетик. Хорошо, что туалет здесь есть. Кафе. Детская площадка рядом с кафе, песочная. Там песок насыпан. Качельки. Площадка для волейбола есть. Ну, это называется как... детский пляж. Больше с детьми здесь. Ну, не только здесь. На других пляжах тоже. Но там больше каменистые и бетонные пляжи. А здесь калька. О, как хорошо. Всего лишь 2 человека на пляже. Пляж пустой. Ой, напылили, там убирают, видимо. Вот такой пляжик небольшой. Вот променад. Прогуляюсь по променаду. Вот. Здесь можно снять вот лежанки, зонты. Либо здесь остановиться на гальке. Да, чистенькая. Либо вот на бетонах. На бетоне. На плитах. Здесь есть переодевалка, где переодеваются. Душ с пресной водой. А сейчас покажу детскую площадку. Ну, там детская площадка. Кафе пока закрыто. Калитка закрыта. Вот. А вот лежанки 35 куна, зон 30 куна. Либо 2 лежанки комплект 100 куна. Наверное, спущусь, воду покажу. Да, наверное, издали видно, как она прозрачная. Чистенькая. Пойду дальше, пройдусь. А здесь отель такой. Амбассадор, по-моему, называется. Здесь много отелей всяких. Женщина с утречка купается в 7 утра. Мужчина. Ну, уже солнышко вышло. Дерево так. Вот питьевая вода есть. И около кафе тоже кран есть с питьевой водой. Потому что здесь жара нереальная. Там уже от отеля, я думаю, пляж тоже на плитах. Так, подойду поближе к воде. Ой. Ну вот, водичка чистая, кому видно. Здесь большие камни, а там галечный пляж.